идет аномальный дождь, все залило. Вот как выглядит место около школы. И я вот сейчас иду домой по колено в воде. Залповый мегаливень накрыл центральный регион России. Его пик пришелся на 13 июня. От обычного летнего дождя он отличается тем, что начинается и заканчивается внезапно. Сопровождается сильными порывами ветра, грозами и даже градом. Ливневые канализации едва справляются с потоками воды. В Одинцово возникли локальные подтопления. Коммунальные службы занимаются их устранением. По прогнозам синоптиков, только за сутки может выпасть до четверти месячной нормы осадков. В таких погодных условиях водителям следует снижать скорость движения, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и не ставить автомобили под деревьями. Впрочем, стоит быть внимательнее и пешеходам. Не рекомендуется укрываться под деревьями и лучше обходить стороной рекламные щиты. А тем временем синоптики дают обнадеживающие прогнозы. В пятницу дожди прекратятся, воздух прогреется до 25 градусов.